Шеф-повар Максим Григорьев. Курица в горчичном соусе. Традиционно к праздничному столу подают запеченную курицу. Хочу поделиться удачным вариантом приготовления такого блюда. Есть несколько правил приготовления целой курицы, чтобы она была вкусной. Время приготовления 2 часа. Ингредиенты, основное блюдо. Курица целая 1700 г. Ингредиенты, соус маринад. Курица целая 1700 грамм. Горчица 4 столовые ложки. Карри 0,5 чайных ложек. Кориандр молотый 1 чайная ложка. Майонез 100 грамм. Паприка сладкая молотая 0,5 чайных ложек. Соль морская 1 чайная ложка. Соус маринад. Чеснок 5 зубчиков. Шаг 1. Чтобы приготовить праздничное блюдо из курицы, нужно взять тушку целой курицы, для соуса взять горчицу, майонез, чеснок, паприку, кориандр, карри, соль. Шаг 2. Курицу 1700 грамм, обработать, вымыть, обсушить. Приготовить соус, горчицу, 4 столовые ложки, майонез, 100 грамм, пряности, кориандр, 1 чайная ложка, паприку, 0,5 часа л, карри, 0,5 часа л, перемешать до однородной массы. Добавить рубленый чеснок, 5 зубчиков, и соль, 1 чайная ложка. Снова перемешать. Шаг 3. Смазать тушку курицы внутри и снаружи горчичным соусом. Поместить подготовленную курицу в пакет для запекания. Поставить курицу на ночь в холодильник. Шаг 4. По глубокому сотейнику разложить фольгу для запекания в 2 слоя. Подготовленную курицу вынуть из холодильника, пакет снять с тушки. Выложить на фольгу. Завернуть края фольги. Поставить сотейник с тушкой в горячую духовку. Запекать курицу в течение 1 часа 30 минут под фольгой при температуре 180 градусов Цельсия, потом раскрыть фольгу и продолжить запекание курицы еще 30 минут для получения румяной корочки. При этом пару раз стоит поливать тушку соусом, который собрался на дне сотейника. Общее время запекания 2 часа. Шаг 5. Готовую курицу вынуть из духовки. Обильно полить соусом, образовавшимся при запекании. Когда курица немного остынет, нарезать мясо порционными кусками и подать к столу с овощами. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.